Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Redmi 9 Pro Max. Сейчас я покажу вам, как на устройство Redmi Note 9 Pro Max, собственно, сделать достаточно важную вещь. Как сделать скриншот? В принципе, есть способ сделать скриншот, проведя тремя пальцами вниз по экрану. Это такой стандартный Xiaomi-шный, MIUI-шный способ сделать скриншот, но также есть и стандартный способ нажать на кнопку уменьшения громкости и кнопку питания одновременно. Так, чуть не уронил телефон, это нужно делать, придерживая устройство, просто нажали и все. Также есть возможность сделать и длинный скриншот. Для того, чтобы сделать длинный скриншот, вначале нужно перейти в любую меню, в любое меню, собственно, любым из способов сделать скриншот, ну и нажать на кнопочку прокрутка. У вас начнется прокручиваться экран, и для того, чтобы остановить прокрутку, просто в любой момент нажимаете на экран, ну, в принципе, и все. Все, у вас, можно сказать, есть уже длинный скриншот. Что теперь? Теперь нажимаем просто на кнопочку «Стоп» после того, как мы остановили прокрутку. У нас есть, скажем так, прокрученный экран. Да, можем теперь обрезать наш скриншот. На заднем фоне видим докуда. И нажимаем сохранить. Там можете еще отредактировать его. Ну, в принципе, все, скрин сохранен. Ну и последний, третий способ сделать скриншот — это просто в шторке нажать на кнопочку скриншот. Это наименее удобный и быстрый способ, точнее, самый медленный. Ну, шо маемо, то маемо. Вот такие вот у нас есть варианты создания скриншота. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!